Улыбается подозрительно Евгений Мураев, кто-то знает подробности спецоперации. Чем грозит вот эта спецоперация? Смотрите, мы просто, знаете, когда Зеленский говорит о втором термине... спецоперации. Я вам скажу, Вагнер такая же ЧВК, как и Blackwater. Но я не думаю, что вы частные американские компании будете называть боевиками. Почему-то у вас звучит это в адрес Вагнера, да? Потому что они на Донбассе были. Дело даже, ну, тоже это надо доказать для начала. И вы, как юрист, должны оперировать либо решениями суда, либо, ну, вы в законодательном органе страны. Поэтому, я думаю, должны иметь юридическое образование или хотя бы стремиться к этому. Друзья, однозначно Зеленского хотят ослаблять. Чем слабее президент, тем легче ему управлять, через вот госпожу Бардину, там, Лещенко, который у нас был, Наемов, Залещук и прочие это своры, которая когда-то каким-то образом пролезла или была интегрирована в нашу власть. Поэтому то, что Ермак вряд ли относится к России, но давайте откровенно, а что... Какие преференции получила Россия? Или у нас какие-то санкции отменились? Или, может быть, у нас появился логичный прямой контракт на поставку газа между «Газпромом» и украинским нефтегазом? Нет. То есть сказать, чтобы мы продвинулись где-то в деле по Донбассу, тоже нет. То есть конфликт как был, он так и продолжается. Поэтому я думаю, что это просто внутриполитические маневры на фоне того, что в Штатах поменялась власть. Но это повлияет на возможный второй термин? Ну, смотрите, еще раз, здесь очень много людей, которые вот, ну, вот голос есть в парламенте, но на что он влияет? Пока есть. Ни на что. Пока есть. Да, там бывшие соросята, которые были во власти Порошенко, они же никуда не уехали из Украины, но они не удел, да, то есть они все хотят вернуться. Ну, это же украинские соросята, что ему уезжать? Они все хотят вернуться. Максим, люди, которые продают интересы своей родины, ну, наверное, должны в первую очередь... быть преданы суду, должны быть наказания, лишены гражданства. Сначала бы закон принять о коллаборантах и об агентах иностранного влияния. Я очень надеялся, что этот закон будет принят. Да. Пани Оля, что знаете?